фигуристка из Ирландии, которая дебютировала в 2008 году на чемпионате Европы. 20 лет этой фигуристке. Ну и, пожалуй, кроме нее, мы мало что знаем о ирландском фигурном катании. Неизвестно про ее лучший результат в сезоне. Тут прочерк. Но уже судя по тому, что она заявила каскад из двух двойных прыжков. Одна из немногих, кого нет в активе тройного прыжка. У нее каскад двойной Луц, двойной Ридбергер и прыжок двойной флип. Вот этот самый каскад мы как раз с вами сейчас и видели. Двойной Луц, двойной Ридбергер. Да, сама себя корит. И есть за что. Не получился у нее даже двойной флип. Не смогла она исполнить. Там вообще что-то такое было не совсем понятное. Даже